С рабочим визитом Северский район посетил Сергей Алтухов. Перед обсуждением запланированных вопросов в сопровождении главы района для депутата Государственной Думы провели экскурсию по одному из старейших образовательных учреждений Кубани – Краснодарскому краевому колледжу культуры. Директор учебного заведения Жанна Тиунчик поведала об истории и нынешних достижениях преподавателей и учащихся. Кроме того, депутату показали недавно открывшуюся на базе колледжа первую в Краснодарском крае школу креативных индустрий. В качестве дополнительного образования обучаются здесь 120 школьников со всего района. Постигая такие современные направления, как звукорежиссура, изучение графического дизайна, фото-видеопроизводство и создание электронной музыки. Сергей Алтухов пообещал содействовать в организации мастер-классов для ребят с краевыми журналистами, фотографами и ведущими. Да, в школе базовые знания тоже они важны, там, и русский, литература, и, да, но вы создаете действительно таких приверженцев профессионалов, которые могут в том числе с вашей помощью выбрать свою дальнейшую специальность, специализацию, пойдут на это учиться. Определиться к чему-то, да, правильно. Мы это учтем все и будем очень благодарны за мастер-классы. Побывал Сергей Алтухов и в районном доме культуры. Здание совершенно преобразилось после недавнего капитального ремонта, ставшего возможным благодаря участию в краевой программе по софинансированию. Директор учреждения Василий Папандопулу рассказал депутату о масштабных преобразованиях, которые претерпело здание 1958 года постройки, о коллективе и действующих творческих объединениях. Заглянули в костюмерную и кабинеты. В некоторых из них шли репетиции. Северский ДК – центр притяжения культурной жизни муниципалитета. Здесь проходят не только станичные, но и районные мероприятия.